Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы с мамой. Маша. Ты в кадре. Да, ты что? Сегодня мы с мамой едем в магазин обе. Ой. Да? Да, со списочком. Со списочком мама едет. Ну, у тебя не маленький списочек. Нет, это просто вот то, что нужно купить, подкармливать. Правда, по этому самому, по объему много, а по наименованию мало. И цветочки. Мама уже вся перенервничала. Да, я уже выпила персинчик вообще. Мы как все девочки. Маме тут выяснилось, что ей нечего одеть. Да, вообще. А ты смеешься? Ну что, у меня тоже такая бывает история. Ты тоже надо мной ржешь, когда я говорю, что мне нечего одеть? Извини меня, у тебя ряд. Ну, у тебя вот это. А у тебя шкаф. А что шкаф-то там? А там все велико. Там вот как одеваешь, они прямо у меня все. Во, во, до пупка все вырезаны. Так это ж хорошо. Это приятно. Ну? Ну, трогательно. Трогательно? Потому что это бабло надо опять тратить. Ну? Мне? Да. Ну. У меня планы. Какие у тебя планы? Планы? Телефон купить. Новый. Что еще? Копить деньги. На что? На путешествия. Хочу куда-нибудь поехать. Правда. Тоже как вариант. Вот. Ну ладно, едем мы в обе. Да. И берем вас с собой. Мама, приехали домой, да. Накупили тут всего. Да. Сейчас мама будет рассказывать, потому что я ничего не понимаю. Мама у нас начальник участка. Вот. Ну а что, нет, что ли? Потому что чё куда там, чё кого подкармливать, этим всем у нас рулит мама. Да? Какие семенки покупать и все остальное. Я себе купила только один цветочек. И то домашний. Да, вот такой вот цветочек. Кажется, классно. Как он называется? А там написано. Читай. За корень не держи. Амарилис махровый. Цвет белый. Амаралис, короче. Амарилис или амаралис. Да, и купила еще вот такой пластиковый. Это кашпо пластик. Горшочек. Нет, пластик. Это горшочек. Да. Потому что там дырочками. Да, кашпо с дырочками. Дырочек. Вот. И у нас тут чек. Сразу буду говорить. В общем, на все про все мы с мамой потратили 3449. Да. Так, значит, что у нас? А там уже книжка написана, наверное, да? Кашпо стоило, вот это называется кашпо, у них стоит 134 рубля, и сам цветочек стоил 500. Причем написано цветок, что называется гиппиаструм. 599 рублей. Ну, в общем, да. Да. В общем, в принципе, у нас была задача. Солнышко появилось, у нас была задача купить семена и подкормка. Да. Но мы взяли еще опрыскиватель. Да, и опрыскиватель. Опрыскиватель на 5 литров у нас стоит 609 рублей нам обошелся. Там была скидка на него. Да. Вот такая вот 5-литровый.
Мы не берем дорогой, потому что, во-первых, у нас не так много деревьев пока что. Да. А во-вторых, они все равно быстро ломаются очень. Ну, пластмасса, потому что. Да. И забивается. Была скидка, самое главное. Да. Там, по-моему, 1500 было. Ну, что-то где-то. В духе, да. В общем, за 609 рублей купили. Вот. Палац-задор. 24 рубля стоит. Да. Они все где-то в этом. Потом танго-салат. Все. 27 рублей. 27 рублей. Для пробы взяли салат цикорий. Цикорный. Не знаю, 20 рублей, у меня просто написано 20. Просто какой-то красивый. Надо попробовать. Потом она мне вместо свеклы разрешила посадить детям горох. Ну, просто у нас, если уж так вот хочется посадить, то горох у нас хотя бы дети поедят. Да. А свеклу дети не особо. И тут только два пакетика, больше не дала. Да. Вредная я женщина. Да, какой-то сахар, в основном сахарные. Да, какой-то сахар. Ника 14 Ника? Рублей, да. А щербет 25 рублей. Да. Вот. Купили одну редиску первого поколения, F1, называется Тарзан. Он единственное, что хорош, он от цветущности. Тарзан 26 рублей стоит. Да. Ну, такой, не знаю, как там. И укроп. Но укроп тут... Три сорта. Один, значит, сорт мы взяли зонтичный для этого, для маринадов. Угу. Карусель называется. 15 рублей. Да. Второй мы взяли Амазон, чтобы можно кустовой, его можно многократно срезать. Он, видно, срезал и отрастил. Ну, не знаю, Амазон какой-то. Тоже 15 рублей. Да. И третий, последний, поэтому я на него и рынулась, это вот Салют называется, нежелтеющий сорт. 17 рублей. Да, ну бывает, знаешь, вот не срезал, и где-то нижний. Это у нас была основная покупка. А, и вон там еще основная пакет. И основная покупка, это пошло у нас удобрение. Это бордовская жидкость. Вот такая вот, потому что потом ее не будет. Август. Да и то, ее там все брали, все подряд. Да, потому по что она, во-первых, бутылок. Хорошо, то, что она весь жидкость, ее раз налил, разболтал водичкой, и очень хорошо. И скидка на нее была. Да. Вот. Бордовская жидкость, 359 рублей. Вот, потом купили искру, в основном покупая отли и долгоносика. Вот сейчас вот Наташа обработает клубнику, снимет сухие листья. Угу. Вот. И вот пока еще у нас там внизу еще пока ну, замороженная еще земля, сверху неоднократно будем обрабатывать клубнику. Потому что долгоносик такой аппетит проявляет, в общем. И вторая называется от мучнистой росы. Искра стоила 75 рублей. Да. А от мучнистой росы у нас. И чем она еще хороша, что у нас по первости, когда искра была. Были таблетки. Я как-то развела и оставила, и из нее попил, из этого ведра попил. Помнишь, у нас собака была, Тарас? Угу. Я думала, он сдохнет. Нет, жив-здоров, умер своей смертью. Угу. Да, я тогда вообще перепугалась, но там даже было написано, что оно не так вредно. И прогноз, это от мучнистой росы, это будем обрабатывать беспрерывно эту самую розу, потому что потом ее не было. Вот потом этой нету вот. И очень удобно вот эти флакончики. То есть ты развел его, и это. Ну тут всякая ржавчина. Но 119 рублей он вроде бы стоит, да? Да, в основном тут мы от мучнистой росы. Я так спасла, между прочим, крыжовник хороший. Дальше. А потом мы купили удобрение. Это удобрение мне, значит, надо будет подкармливать грушу. Буйские удобрения содержит комплекс фосфор, калий и так далее, и плюс микроэлементы, железо, цинк, медь, марганец. Это я подкормлю, подкормлю пионы. 70 рублей стоит. Да, пионы, лилии подкормлю, в общем, все это такое вот, цветочки в основном. Вот, это тоже... кальциевые, это вот кусты буду подкармливать. Я все заранее покупаю, потому что потом
Потом мочевину мы не нашли. Вот мочевины не нашли. Вот. Это все кусточки будем подбирать. Дальше. Селитра кальция, не знаю, сколько стоит, девочки. Ну, что-то все в районе 100 рублей, в общем. Вот это вообще классная штука. Это для голубики. Я в прошлом году купила голубику. Хороший сорт. Безумные деньги поставила, 500 рублей. В общем, и я ее решила, посадила, все хорошо, росло, и я решила ее подкормить. И подкормила я ее жидким, как куриный, какой у нас там был навоз, или конский? Конский навоз. Конский развела, такая вот бадья была, такая вот настоечка в магазине, развела, подкормила, и она у меня сдохла. Большой куст смог побороться с удобрениями, а маленький не выдержал, и он у меня умер. В этом году я купила новую, уже подешевле, уже за 200 рублей купила в Леруа Мерлене. Ну, сорт не очень, конечно, не то, что я хотела, но все равно. Вот. Короче, стоит она 239 рублей, вот эта упаковка. Да. В общем, вот, будет 50 кустиков. Подкармливать голубику. Я ее буду, да, мне в основном подкармливать, потому что мне сказали, что голубика, она растет в лесу, и какие там могут удобрения быть. Это суперфосфат. Это вот я сейчас подкормлю еще добавлю, немножко добавлю груши, потому что у меня не хватает фосфора в земле и розовые листочки. 50 рублей пакет. Да. А это вот ягодное, это вот клубнику мы будем подкармливать. Ну, клубнику, малину можно. Да. Здесь, в общем, вот, на все, раз, на все, что есть. Клубника, смородина, тоже яблони, груши, что? В общем, я только в других пропорциях. В общем, она тоже где-то 100 или 200 азот с чем. Азот и фосфор. Не, мне кажется, здесь уже просто, почему здесь побольше? Просто уже тут 18% того и того. Ну, в общем, в общем, вот, тоже 100 с чем-то рублей. Тут непонятно, у них в чеке написано. Да. Ничего. Потом мы купили перчатки. Вот такие вот. По 89 рублей. Привезли. Да. Они с таким напылением, но они хорошо, знаете, когда, вот, например, там малину подрезать, вот эти маленькие такие противные шипы. Ну и сейчас ковыряться, когда земля еще влажная, тебе нужно, да, что-то, да, сделать, но особо, конечно, чтобы руки не были мокрые. Да. Еще мы купили лук. Лук купили обыкновенный. Сажать, он уже прорастает. Такой вот. Геркулес он называется. Стоил 120... Полкило. 129 рублей за 450 грамм. Почти полкило. Потом там была распродажа, и мы не устояли. Да, мы в этом году хотели посадить с мамой гладиолуса. Да. Для того, чтобы старший мамин внук приезжал, если нужно, за цветочками к нам. Да. И... Тем более 9 класс. И средний мамин внук тоже приезжал за цветочками. Да, поэтому мы решили георгины у меня что-то больше не стали разводить, как бы это самое. Что-то. Посмотрим, что выжило, то посадим. Новый не стало покупать. А ну тут какие-то по 69, какие-то по 39. Но в основном 69. Вот. Да. Все в основном 69. Там вот так вот большая корзина, все навалено. Там и гладиолус, и георгины. Ну и давай, показывай. Все что угодно. Вот такой вот у нас красивый, okay? Мы взяли эти с крупноцветковые. Да. Просто вот такой красивый. Вот такой красивый, да. Красивый? Очень. Вот теперь такой. Вот взяли розовенький. Розовый, это просто я люблю белые цветы, но белого был только мелкий, да, какой-то. Ну вот, взяли. И рассчитываем, что оно выцветит выйдет белым. Вот. Еще вот такой красивый. Очень красивый. В общем, мы все засадим гладиолусом. Все в розовом цвете. Да. Вот такой вот. Да. Такой вот. Черточки. Ну, конечно, может и не такие быть черточки, другие. И вот так вот. Да, ну это такой получается темно-красный. Темный таким цветочком, такой полумахровый, тоже крупноцветковый. Все по 8 штук. Да. И под конец любимый Наташин цветок называется, да, ирис. Но это не бородатый, а германский. Он невысокий. Бородатые, они вот такие высокие, красивые. У меня там есть бородатый. Но ей очень не нравится, ей нравятся именно вот такие вот, ой. Мелкие, да, я люблю, когда мелкие, синие именно цветы. Не желтый, не белый ирис, а именно синий, я обожаю ирис. Даже фиолетовый. Да. Очень красивый. Очень классно. Невысокий, всего написано 80 сантиметров. Вот эта стрелка выскочит, 80 сантиметров. Ну, тут два корешка, нет, один корешок. Один корешок там был. Один корешок, ну вот он пустил тут.
Дохленький, сейчас будем его реанимировать. Да. Ну, естественно, Наталья мне разрешила взять, поскольку ей помогла. Не, ну красивая просто. Вот, я там тоже ковырялась с мамой, смотрю, а мама у меня любит лилии. А я не люблю, кстати, лилии, особенно те, которые пахнут. Я вообще не могу, у меня прям там одна стояла уже распустившаяся, которую я тебе приносила. Ага, просто для меня вонючие они, просто я не могу. Но очень красиво мне показалось такое, получается. Жёлтого пони, темно-бордовый. Да, такой, темно-бордовый. Бордово-коричневый такой. И желтый такой, как солнышко. Да, мне нравится такими граммофонами. Ну, тут тоже это все на распродаже, все вот так вот кинуто. Ну, вот два таких крупненьких, уже просыпающиеся. Угу. Мама. Вот. Нет, вот все, что мы купили. Цветок, я... Подойди, покажи, какой тебе нравится. Какой тебе нравится? Вот ну, все. Все нравятся. Конечно. Мечко. Главное, мячик не кидать туда. Да. Вот такой вот мы купили. А всего пошли только... Ну, это как с удобрениями всегда. И за этим самым. Вот такие у нас с мамой были покупки. Магазин Оби. Скоро начнем военно-полевые работы, как я это называю. И я надеюсь, вы обратили внимание на то, что я снимаю сейчас на новую камеру. Я себе приобрела камеру, которую я хотела приобрести уже, наверное... Ну, в общем, я с этой мыслью живу месяца два, это точно. Просто даже, не знаю, я, наверное, стала спецом уже во всех камерах, и все, читала отзывы, все, и наконец-то себе приобрела, у меня камера Sony сейчас, и я бы очень хотела вас попросить, чтобы вы написали мне, как вам качество, звук, свет и все остальное, если качество не понравилось, то почему, и если понравилось, то чем. Мне очень нравится, что она широкоформатная, и это было основной мой критерий, наверное, для выбора камеры, потому что иногда хочется показать больше, а так, когда ты в рамках, ты не можешь показать то, что ты хочешь. И мне вот это вот все время раздражало. Вот, поэтому сейчас я буду садиться редактировать этот влог. Я не знаю, буду, наверное, кайфовать, пока буду его редактировать, потому что я уже тут снимала в тестовом режиме, ну, скажем так, какие-то кусочки смотрела, мне безумно очень нравится то, как сейчас это выглядит, но немножечко я пока не совсем раскопала все настройки и надеюсь, что если будут какие-то у меня ошибки, то я их обязательно исправлю. Так что напишите, как вам звук и все остальное, я буду с нетерпением ждать ваши комментарии под этим видео. Ну и на сегодня я буду с вами прощаться. Я надеюсь, вам понравилось такое видео, оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал. Всех люблю, целую и до новых встреч!